Друзья, всем привет! Сейчас будет уникальный контент. Депутатский отчет за работу за одну неделю. Вот хотели, чтобы депутаты отчитывались? И что там депутаты, сволочи, делают? Вот сейчас вы услышите, узнаете, что делает депутат Гончаренко. Я расскажу вам об этом. Такой новый формат. Мне очень интересно, зайдет он вам или нет. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Шерьте видео, жмите кнопку лайк. Ну и, конечно, подписывайтесь, если вдруг не подписаны. Итак, друзья, начинаем. Эта неделя была такая интенсивная, были заседания парламента, но вот на чем я, собственно говоря, с чего бы хотелось начать, все-таки с работы Гончаренко центров. И у нас на этой неделе вместе с фондом Конрада Аденауэра мы сделали политическую школу для молодежи. Со всей страны отобрали 30 талантливых молодых ребят, парней и девчонок, которые съехались в Киев. И 3 дня занимались, моделировали Верховную Раду, с ними общались депутаты иностранных парламентов, с ними общались ведущие украинские журналисты, отдельное спасибо Сергею Сидоренко, народные депутаты. В общем, ну такая школа интенсив, ребята зарядились, посмотрите чуть-чуть. Друзі, всім привіт! Ми в Гончаренко-центрі в Києві, і оця фантастична аудиторія, яку ви бачите, це не просто хтось. Це майбутні депутати, міністри, посли, президенти. Да, впевнений, що вони також тут є. А сьогодні ми разом з Конрад Аденауер Штифтунг, з фондом імені Конрада Аденауера, і перед вами Філіп Вельберн, його директор, відкриваємо цю школу. Гончаренко-центр і Конрад Аденауер фонд – це фантастичне поєднання, яке разом здатне зробити багато. І сьогодні в Києві відкривається ця школа для самих талановитих, для самих продвинутих, ті, які йдуть вперед, і ті, які обов'язково завтра будуть розвивати нашу державу. Всім привіт з Києва! В нас сьогодні тут перший сніг, але в нас сьогодні тут фантастичний настрій, настрій на роботу, і ми подолаємо будь-які холоди і виведемо Україну туди, куди Україна заслуговує. Слава Україні! Героям слава! Дати вам такий цікавий поштовх за ці 3 дні. Взагалі, я сподіваюся, що через ці 3 дні ви вийдете звідси з новим натхненням, з новими інструментами, з новими знайомствами, які вам дуже допоможуть в вашому майбутньому професійному житті. Ну і впевнений, що ще когось з вас я побачу в Верховній Раді України, і, може, разом ще і попрацюємо. Ну вот это работа школы, но я давайте к работе, собственно, Верховной Рады. В Верховной Раде Украины на этой неделе принят важный закон. Вы знаете, для меня важная тема это военнослужащие и самая важная тема. И на этой неделе мы приняли закон об отпусках, который гарантирует всем военнослужащим при демобилизации 2 месяца отпуска. Это важно, потому что при демобилизации люди должны получить право хоть чуть выдохнуть и отдохнуть, оплачиваемого отпуска. Сегодня еще это не, может быть, не всем так важно, но обязательно этот день демобилизации придет, и вопрос будет важен для всех. Теперь по поводу самого вопроса демобилизации. Я продолжаю бороться за демобилизацию после 18 месяцев службы. Дать право на демобилизацию после 18 месяцев службы. И я сделал большую статью в «Зеркале недели». Спасибо «Зеркало недели», которое опубликовало эту статью. Оставлю ссылку в описании, обязательно прочитайте, почему необходима сегодня замена и почему демобилизация – это не про поражение, а про победу. И я там объясняю, и очень там важные, интересные цифры про наш мобилизационный потенциал, больше 5 миллионов, и сколько сегодня мобилизовано, 850 тысяч. В общем, и те подходы, и принципы, которые должны быть. Так что я дальше занимаюсь этой темой, дальше ее толкаю и буду толкать. Также, друзья, сходил на заседание Киев Рады. Значит, на заседании Киев Рады
Я выступил, отчитался перед Киеврадой, они обращались ко мне с просьбой поддержать их по вопросу ПДФО. Я боролся, и вы знаете, за этот вопрос до конца, чтобы военных не забирали. Как оказалось, был абсолютно прав. Напомню, монобольшинство, большинство, и уже Зеленский подписал, приняли решение забрать ПДФО военных. Это порядка 100 миллиардов гривен, да, это в следующем году 100 миллиардов, в этом еще 25. И вот интересно, в следующем году 45% от того, что забирают, пойдет в Державную специальную службу захисту информации, ДСТЗИ, Державная специальная служба захисту информации на изготовление дронов. Ну, вроде как изготовление дронов хорошая идея, да, ну и нужная очень. Только вопрос, а при чем здесь ДСТЗИ? Это же какой-то, они что, дроны производят? Да вроде нет. Почему не Минобороны? А ларчик просто открывался. Уже после принятия этого решения глава ДСТЗИ, бригадный генерал, член ставки Верховного Головнокомандующего Щигал и его заместитель были задержаны на БУ по подозрению в том, что они украли 60 миллионов гривен из закупки в 280, которая происходила в 2020-2022 года. И уже все это заканчивалось после начала полномасштабного вторжения. Ну, там есть такие видео, как они там обсуждают, как там сумки им передают с деньгами и ручки отрываются. Ну, в общем, честно говоря, это, ну, там, ну, такой цинизм уже. Ну, в общем, ребята, судя по всему, умеют распоряжаться бюджетными деньгами, вы увидите как. Им поэтому еще 45 миллиардов. 45. То есть из 280 на БУ их обвиняют, что они 20% собирались. Ну, что они не собирались, а что они вынули 20%. Эти 20% от 45 миллиардов. Ну, это 9 миллиардов гривен. Какие-то баснословные вообще деньги. Там по 250 миллионов долларов. В общем, вот это им дали. Ну, хорошо, что сейчас они задержаны на БУ. Ну, а я выступил в Киевраде. Об этом и о том, что Киеврада, кстати, приняла решение забрать все посады у ОПЗЖ, и очень правильно. В общем, это тоже важно. Чому я сьогодні тут? Насправді я прийшов відзвітувати перед вами. До мене було звернення Київської міської ради, а також Асоціації міст України, коли йшла боротьба з законопроектом, щоб забрати військове ПДФО. Ви до мене зверталися, я працював, що міг робив. Наша фракція «Європейська солідарність» боролася за те, щоб не допустити прийняття такого рішення. На жаль, ви знаєте, що через коліно переламали, і незважаючи на те, що перший раз це рішення провалилося, все-таки дотисли, і заднім числом з 1 жовтня ці кошти забирають. Я хочу вам сказати, що правильність і вашого звернення, і нашого підходу, що не можна руйнувати децентралізацію, показали перші ж дні після прийняття цього рішення. Бо коли ці гроші, як розповідали, що це все на військо, а насправді ці гроші виділені на Державну службу спеціального захисту інформації і на Мінстратегпром, їх забрали в киян, їх забрали в одеситів, їх забрали в чернівчан і так далі, для того, щоб віддати цим конкретним інституціям. І буквально через пару днів після цього НАБУ затримує на розкраданні керівника Державної служби спеціального захисту інформації, ще й члена ставки Верховного Головнокомандування. Ну так це, як на мене, є дуже показово, насправді, кому що віддається і чи правильно це було рішення. Також з'їздив в город Чернігов, там в Гончаренко-центрах открылось нове, там давно работает Гончаренко-центр в Чернігові. І ми работали весь 31 день осади города. Один из очень немногих центров, а я был одним из двух народных депутатов. Я и мой товарищ Максим Саврасов, мы приезжали в Чернигов во время осады. Ни один другой народный депутат, даже черниговцы, туда не приезжали во время осады. Мы туда прорывались, помогая, везли помощь. В общем, Гончаренко-центр в Чернигове работал, работает. А теперь с удвоенной силой у них появилось новое помещение, друзья. И это очень круто, там я тоже побывал. Друзі, всім привіт з Чернігова. Це команда Гончаренко-центру в Чернігові. Подивіться на цих чарівних жінок і кремезного нашого директора, чоловіка, пана Олександра. І друзі, хочу сказати, в нас класна новина для чернігівців всіх, ну і взагалі для нашої родини Гончаренко-центрів. Знаєте, один Гончаренко-центр в Чернігові – добре, але тепер в нього ще є нове приміщення, прямо поруч з нашим першим. А тепер ще одне приміщення на Борисоглібській 10.
Друзі, чернігівчани або гості міста, приходьте. Подивіться, як гарно, подивіться, які гарні дівчата вас чекають, щоб вчити вас англійській мові, щоб вчити вас співу, всьому малюванню і багато іншого, що в нас відбувається. Все безкоштовно для дітей та дорослих. Приходьте, а ми далі працюємо. Слава Чернігову! Слава Україні! Героям слава! Ну і ще одна важлива історія. Це, якщо ви пам'ятаєте, я робив об этом окремий влог про попытку Кремля купить на подставных лиц мировой Forbes. Представляете, они там почти за миллиард долларов, 800 миллионов долларов хотели купить. Явно торчали уши пророссийских, не пророссийских, а российских олигархов. Там такого кремлевского посипаки Мусаева за этой сделкой. И он там прямо говорил, вот я покупаю мировой Forbes, у меня откроются все двери. Ну все, закрылись все двери. После того скандала, который поднялся, мы писали конгрессменам, сенаторам, с моими коллегами, обратились в правительство Соединенных Штатов Америки. В общем, сделка отменена, и Forbes не попал в руки Кремля. Друзья, как вы видите, это одна неделя. Я вам рассказал только какие-то, знаете, там небольшие точки, сколько всего, сколько работы над законопроектами, сколько работы с горячей линией, где мы помогаем военным, сколько работы в рамках Гончаренко-центров, ну, колоссальное количество. Так что, в общем, вот для вашего понимания, а чем же занимается народный депутат, в всяком случае, если он действительно хочет работать. И напоминаю, Гончаренко-центры продолжают сбор на FPV-дроны. Мы уже почти собрали сумму, осталось чуть-чуть, до 750 тысяч. Сегодня это самое главное, что нужно на фронте, а наша задача помогать нашему фронту. Друзья, вы еще можете присоединиться к этому сбору. Ссылка, так как задонатить, в описании к видео. Друзья, держим строй. Вот такой отчет о моей работе за неделю. Если вам это было интересно, напишите и будем эту рубрику продолжать.